Всегда надо заправиться сначала, а потом на рыбалку ехать. Да, Леха? Да. Да? О. Сегодня мы чинили вот эту собаку. Вот эта собака сегодня. Карбюратор у нее сегодня потек. И мы ее сегодня в темноте, в палатке пришлось чинить. Вот. Ну что, доехали. Леха с уловом большим стеклярусов ловит. Да, везет же тебе. Так, рыбнадзор. А что закрыто-то все? Где же вход-то в эту избу-то? О, вот он улов дня. Вот что значит приехать на час, а то и на полтора раньше у нас. Привет, Гиль. Передавай привет. Да. Ловит на все, видите? И на скумбрию, и на креветку, и, ну, вообще. Еще один браконьер. Эх, закрылся, не открыть. И далее у него уже тоже угол заброшен весь. Так вот, вон глаза-то заведущие, руки загребущие. Дай червей, кончили что? Да, они на свежих червей очень хорошо ловятся. Шучу, шучу. Вот. Ходил, смотрел. Оп. Вот крышенка попалась. Вот, сидим уже. 12 часов. 12 часов у меня в уголку вот прибавилось. Да. Да вот тут разговариваю с рыбой. Вот, вот видишь, она опять клюет. Вот такая вот мелочь. Стеклянная, стеклянная. Она сама себя в воде не видит. Вот зачем вот это так говорить-то, блин? Вот так вот на. Пипи, да, вот пипи. Всю рыбалку пипи. Полный пипи, блин. Там подергай, там вытаскиваешь, блин. Вообще позор какой-то. Гальянчики, блин. Видите, не клюет, не клюет. Значит, будем пить чаек. С неринским, опять же, шиповничком. Ни одна удочка не шелохнется. У нас вот сегодня блинчик. Надо доесть, пока он не заледенел.